Мне кажется, первый признак характера, первый, это его силуэт. Да, его силуэт, как ни странно. Потому что вот именно силуэт первично создает как бы такое первое впечатление. А студентам всегда говорю, делайте, чтобы дом был с характером, с какой-то изюминкой, а не просто дом как дом. Там, допустим, тяжелый цвет какой-то такой, он создает сразу такую мрачное настроение и создает впечатление, что дом с тяжелым характером. Вот. Дальше, действительно, как бы лепка фасада, вот, его скульптурность тоже. Допустим, плоский фасад такой примитивный и какой-то, значит, человек такой, этот характер такой прямолинейный такой. Если есть какой-то изощренный фасад типа барокко, допустим, то тогда это какая-то хитрость такая, такой более сложный характер, такой, который способен там приспосабливаться к чему-либо. То есть вот такие элементы. Окна тоже, длинные окна, допустим, квадратные окна или там круглые окна, они тоже создают какой-то характер веселости или угрюмости, наоборот, и так далее. То есть это тоже действительно такие вот знаки, вплоть до входа. Вход тоже может быть такой низкий, приземистый, и сразу же такое впечатление такого, ну, характера такого прижимистого какого-то такого, как если сравнивать с людьми, такая жадность немножко есть. Понимаете? А когда вход шикарный такой, это широта души,